меня где? Умница, умница. Вот так, вот так. Артур, чисто лево, чисто лево. Не спеши, не спеши. Вот так. Подвигайся, подвигайся. О, молодец. Вот так. Еще раз. Руки подними. Только не рубись. Не надо, не надо. Надо обыграть. Не спеши, не спеши, не спеши. А то... О, еще раз, постоянно. Чуть-чуть высуни ее. О. Не спеши. Не тянись. Быстрый удар, не тянись. Да, вот, вот здесь. Артур, зачем рубить? Третий, заметал. Вот. Передний, где передний? Вот так. Правую не забывай. Работа. Удары не пропускай. Не надо, не надо, не надо. Давай его. Майки, слушай, майки где? Забудь меня! Лево, право, лево! В красном углу ринга отдыхает Макоян Артур, боксер 97-го года рождения. Представляет ударник на Кожуковской. Боксом занимается 6 месяцев, провел 2 боя, в 2 одержал победы. Тренируется под руководством Сулейманова. В синем углу ринга отдыхает Ткаченко Кирилл, боксер 88-го года рождения, представляет спортивный клуб «Груша». Занимается 1 год, провел 1 бой и в одном одержал победу. Тренируется под руководством Смольянова. Ложишь, останавливай. Каждую атаку останавливай. Двигайся, двигайся. Вот так. Так, левой. Грация не надо. О, еще раз. Работай, сам работай. Слава. Тут. Работа. Левый, тыкай, тыкай левый. Левый, левый тыкай, вот так. Молодец, левый тыкай еще. Больше живота. Корпус без плечи. Давай, откову. Мешай. Правый живот, левый боковой в голову. Корпус без. Нормально? Нет, вы нормально. Не надо, не надо. Да нормально, все, да. Нас надо лечить. Я на группу там нормально. Не надо, Артур. Это все грамма. Боксер на середину. В этом бою ввиду невозможности продолжать бой боксера из красного угла победу одержал боксер из синего угла Ткаченко